Маруха Блэк Джек, Маруха Скорпион Черный Джек. Великолепный перец. Какие красивые листья. Перцы из сиреневых, таких пурпурных, переходящие в кровавые. Кармический красный с сиреневым, таким с пурпурным отливом. Листья пурпурные. Снизу они зеленые. Ветки пурпурные. Растет он в 4-литровом горшочке. 65 сантиметров. Вот такая красота. Вот такая красота. Внизу листочки, снизу зеленые. Сейчас уже вечер. Трудно смотреть, но видно всю красоту. Достаточно урожайный сорт. Острота марки Скорпиона где-то 1,2–1,5 миллиона сковели. Аромат больше от Скорпиона. Очень ароматные, очень острые, очень вкусные, очень красивые. Кустик развитый. Почему-то в развилке, вот, да, он еще побеги прямо из развилки. Я их вовремя не обрезала, но зато он стал попышнее кустик. И даже уже вот там, если посмотреть на побегах, уже появились перчики. Ну, красота. Вот этот надо будет удалить. Это ниже развилки. Ну, так получился он. 4 у нас ствола. Ну, эти два стволика еще не очень развитые. А первые два, конечно, уже дали урожай. И урожай неплохой. Он еще цветет и еще будет завязываться.